Сообщение о том, что на пересечении улицы Есенина и Радищева на обочине дороги оставлена бесхозная женская сумка, поступило в полицию сегодня примерно в 11:30 дня от очевидцев. Первыми на место прибыли пожарники и полицейские, которые незамедлительно оцепили прохожую часть. Специалисты не сочли необходимым прерывать автомобильное движение, и транспорт двигался в обычном потоке. Затем приехали взрывотехники и кинологи. Овчарка обнюхала подозрительный предмет со всех сторон, но не подала сигнала тревоги. Паники среди прохожих не возникло, поблизости продолжала работать уличная ярмарка. При обследовании подозрительной сумки ничего опасного обнаружено не было. Как выяснилось позже, в бесхозной сумке обнаружили документы. Они могут принадлежать женщине, которую накануне госпитализировали в больницу, и в спешке сумку просто забыли на улице. Сотрудники полиции выражают рязанцам благодарность за бдительность и просят соблюдать спокойствие и выдержку. Вместе с тем стоит упомянуть о том, что имеет место случай заведомо ложного сообщения об актах терроризма. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы.